Hello, это Mr. President, и у нас продолжение прохождения Grand Theft San Andreas, Deluxe Edition, Definitive, Rebrand, Remastered, что угодно, короче, может туда поставлять, ну, короче, ты понял. Я не буду удивляться, короче, некоторым диалогом, потому что я тут 10 минут уже поиграл, и оно вылетело прекрасно. Поэтому в какой-то момент я буду, типа, делать вид, что, о, вау, вау, что-то новое, вау. Not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Так, тачка у тебя здесь была. Отлично. В общем, надо добраться до аэропорта, насколько ты видишь. Нет, не аэропорт, что он там говорил? Короче, недвижимость. Знаешь, что печально? Ну как печально, может и хорошо. В общем, я тут ехал, может это в этот раз тоже произойдет. Это такая некая неловкость произошла, пока я ехал до точки. Короче, мы уже едем типа по железной дороге. И я рассчитывал, что, короче, тут не будет поезда. Вот как сейчас, например. И я спокойно типа сразу доеду. Ну там был поезд, поэтому он сбил меня нафиг, я пришлось, короче, надолго задержаться в ближайшем городе и доставать там себе транспорт, вот. Но этого в этот раз не случилось, потому что это другая вселенная, другие законы, другие моменты. Вау, она так классно держалась на стороне на одной. Военная база всем давно знакомая, наверное. Мы поедем по дороге, а то она как-то очень супер медленно едет не по дороге. А я вот не помню, камни, которые стоят эти вот огромные, они реальные или это просто текстура? Я в том плане, то, что они прям готовы, могут разбить машину и все такое, или это просто текстура? Здесь я прыгнул тоже. Только не на этой тачке. Так, окей, покупаем недвижку. Недвижку. Мне кажется, вот из-за этой мелодии, короче, постоянно у меня идет, типа... Короче, чтобы ты понимал, у меня постоянно идет жалоба от этого. По авторскому, типа, право. Ну, жалоба не прям блокировка видео, но блокировка по монетизации, потому что, типа, вот тут мелодия начинается, мне кажется. Так. Засейвимся. Будем теперь сейвиться. Мне зуба возможности, наверное. Хотя не знаю. Нет, будем менять. Как раз таки на случай, если вылетит, чтобы была всегда возможность, типа. Можно просто руки. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool would help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Просто Сиджей, он заложник всех ситуаций. Да, тут будет, короче, учимся летать, и мне это не очень нравится, потому что тут не очень удобно летать, на самом деле, в летахе в этой. Не знаю, с чем это связано, но крайне неудобно летать.
Окей, 98. Ну это потому, что я уже практиковался, типа. Да-да-да, погнали. Ай-яй-яй-яй, слишком резко. В заданном месте. Вы бы мне хоть показали, где здесь заданное место вообще. Что там, поговорят вокруг аэродрома? Да, влево. Погнали. Ехать правильно или что? Потом у меня такое ощущение, что я слишком... Захожу на левый крен. Вот как-то... То ли может из-за того, что камера ерзает, так по-дурацкому получается. Это, короче, максимально выставляться перед тем, как... Не-не-не-не-не-не, только не вниз. Ну только не прозевай. Ну только не говорите мне, что я сейчас не пройду. Я-то там проходил первый раз, с первого раза все. Сколько? 100? Да ладно. Каким боком 100? Влево, влево. Зачем мы, собственно, сделаем? Так сначала типа по кругу полетать, а потом еще прилетать по кругу и... Это... Выбери это шасси. И вернуться. То есть... Еще в определенной точке, которую они не подсвечивают никак. Просто гениально. Окей, есть. Perfect. Мы задвигаем шасси. И где он хочет, чтобы я сел? Просто не вижу нифига. Ну да, я не там немножко сел. 63, чё, не прошел? Да ну нафиг. Не заниматься. Шасси убери, спасибо. Вот такие вот дела получаются. Короче, приходится нам тут в летную школу проходить веселую. Так, я пока что молча попробую, потому что, ну, это, конечно, это да. Это прям весело, в кавычках. Окей. 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 Нет, нет, нет. Ладно, засчитали. Это главное. И тут можно, в принципе, затормаживаться, выдвигать. Давай садиться аккуратно. Есть. Ну и чё? 75, ладно. 75, главное, что мы прошли. Так, вертолет, я тебя помню. Тут с вертолетом, блин, по-дурацкому, то, что мышкой надо управлять. Мне это не нравится. И чё там, надо развернуться? Ладно, на 180. И лететь к этой штуке.
некоторое там еще куда не шло управлять. Отлично, сотка. Что дальше? Посадка вертолета без проблем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну конечно, да. Я вечно забываю, что этот вертолет по так по-дурацкому разгоняется. А, я типа чё, разбил? Ему не подсвечено заданное место. Как я должен приземлиться на заданном месте, если типа я его не вижу? А, отлично. Видел, где он светит? Уничтожение целей. Окей, что? Ракеты у нас, да? Ну, будем надеяться, что я подобью их так. Вроде должен был попасть. Ну да. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо так делать. Так, я понял, слишком просто быстро лечу. В смысле, я тебя не попал? Лови. Да опять. Типа мне нельзя, нельзя вообще трогать землю. Я все должен сделать издалека. Ну, просто нереально везет. Просто нереально, просто нереально. Ну, наконец-то я, наверное, подбил всех, нет? До сих пор нет, да ты прикалываешься надо мной. Вот сейчас точно попал. Там просто куча взрыва будет. Теперь что, уничтожьте машины? Одна есть. Блин, гораздо было удобнее, когда сам вертолет мышкой управлялся. Так, блин, фиг попадешь по нему. Так, измените на взлет посадочную полосу, окей. Где там у нас маркер этот дурацкий? Ага, вот он, отлично. Я над точкой не понимаю. Семь процентов всего. Мертвая петля и фигня. По сравнению с вертолетом это фигня. Распыление наш. Ну вот вам мертвая петля. Что в этом сложного-то было? Бочка. Это просто разворот. Ага, окей.
Ну все, да. Чего тут сложного-то было? Ой-ой. Знал бы, где целишь. А чё поворачиваться-то смысл? Тут как бы единственный смысл есть, это раскрыть парашют. Ага, двигаться вперед на S. Вон там вот точка получается, где она нарисована, что ли? Да, во, все, я понял. Еще план, туда спустимся. Я думаю. Теории сейчас должны были быть четко по центру, но нет. Надо немножко погулять по сторонам. Ну, главное, что мы прошли. Ну, отлично. Задание пилотирования выполнено. Это не может меня не радовать, потому что, ну а что, а как, а чё? Должно все радовать. Так, снизу было, значит, пойдем наверх. Окей, погнали. Так, поехали дальше. Ну, кто тут? Алло? Карл, это Вузи. Эй, Вузи, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. О май, уже нас зовут в этот казино. Давай повыполняем здесь задание сначала, потому что, типа, что быстрее, что? А что, это за самолет? Что там за самолет? Я просто не помню, чтобы было такое, что я могу завершить. Вот это, что это? Что это? Что? Задание? You again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 on that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. А, это типа доп. Задание, просто из-за того, что у меня достаточное количество умений, что ли, открылось. Hey, Carl, you gotta stay nice and low on your approach, or you'll pop up on the radar. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing looks like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. But what's the problem then? I said less likely. You did as many amphetamines as these guys do. You'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Мысли, как я должен еще ниже лететь. Я не могу ниже еще лететь. Эта штука слишком верткая. Сейчас. Ну да, прям надо супер низко лететь. Полетим, я не готов просто подниматься тут на высоту.
Можно выровняться как-то? Спасибо. Да. Да сейчас тут высота снизится, и мы станем незаметными. Нет. Сейчас снижаюсь я. И что нужно сделать? А, вернуться на аэродром и приземлиться. Типа я сбросил груз, что ли? Кстати, раньше деревья, по-моему, задевались. Ух, ну пока что это, конечно, запарно. Прямо говоря. Единственное, что мой совет, короче, если на самолете будешь летать и будешь видеть эту серию, то не зажимай просто, короче, постоянно вперед, даблы. Потому что вот когда зажимаешь, он становится реально нереально неуправляемым. А если отпустить, то он более-менее адекватно себя ведет. Относительно, конечно. О, отлично, выровнялись. Более-менее можно теперь лететь спокойно все. Чуть ускоримся. А, есть еще таймер обратный, я только его заметил. Нам бы с другой стороны прилететь. Вот с этой, например, потому что... Не-не-не-не-не-не-не, потому что нам садится с этой стороны. Типа где-нибудь отсюда. Да сейчас я все остановлю, не волнуйся. Не-н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 е. Да так, можно замедляться. Да. Стой. Вот тут, стой. Да ладно. И чё, это ещё не всё задание? Ещё есть какое-то самолётное задание? Не вижу. А, да, вон точно есть. С каким-то смещением он показывает карту, кстати. Ну окей, давай выполним, попробуем следующее. Что он еще хочет от нас? Что за куча агентов? Стрелять придется. Да? Стопудово, да. What's your take on this? Damn. Так, сейчас секундочку, у меня тут вопросики есть.
Извиняюсь, я тут слегка приболел, и у меня тут врач звонил. From another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody's crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents. Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way. Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Офигенно просто. Мне кажется, он подставляет просто CGI. Вот насколько это запарно, ясно. Я тебя понял. То есть надо успеть запрыгнуть, ну ясно, я уже не успел, все понятно. Да. Я вас понял. Так, давай мы поедем просто отсюда. Только вы меня не убьете там заранее, не? Тихо, спокойно, отлично. Я же доехал, да? Заехал, однозначно заехал. Ну, ясно, теперь что-то так должно было произойти. Так. Каким оружием их там можно вырубить? Ну, давай попробуем вот так. Вообще в теории... Ой, я думал, что так можно. Реалистичность на грани фантастики, да? Да. Так, окей, я понял. This doesn't concern you. Чё? Чё? Там типа везде агенты, ясно. Так, там везде агенты. Ну давай возьмем катану. You don't know what you're messing with. Ну ладно. You evolved from shrews. Там уже все закончилось, он, да. Idiotic mammal. Oh. Сейчас меня грохнут. This endangered. В смысле, он парашютом дерется. You know nothing. И что? У меня парашют до этого был. This doesn't... Ой, ужас. И где? Где тут надо установить бомбу? Где подрывной механизм можно установить? Ты видишь? Я не вижу. Ничего нигде не подсвечено. Может, имеется в виду это, что ли? Типа выпрыгивать надо? А, я не нажимал кнопку.
Так, ладненько, я вас понял. Так, окей, хорошо, все, погнали. Пробежим быстро. Да. Да в смысле? Sorry, my fault. Okay, try not to hurt me. Ну, взял парашют, окей. У вас есть парашют. И... Остановитесь под рулем, залез самолет, затем выпрыгните из грузового люка. То есть все-таки это вот это, наверное. Больше нечему. Ну да. И... А еще знал бы я где. Зря я так раскрыл парашют. Очень зря. Ну ладно. Приземлимся куда-нибудь сюда. Мы так будем очень-очень-очень долго падать. Ну ж, ладненько тогда. Подписывайся на канал, вступай в группу в Discord, ВКонтакте, в Инстаграме, Телеграме. Конечно же, следи за продолжением. А я пока долечу, снизу приземлюсь и полечу на следующее задание, видимо. Пока-пока.